Идеальная картинка в социальных сетях. Золотоволосая 22-летняя Габриэль Петита, или Габи, как ее называли близкие, со своим парнем, 23-летним Брайаном, отправляются в путешествие через всю страну, от восточного побережья к западному. Проезжая живописнейшие места и национальные парки, они создают контент для начинающего блогера и записывают видео для своего нового YouTube-канала. Габи Петита never goes outside. Последнее фото девушки появится 25 августа. Под ним сегодня тысячи комментариев, как когда-то мечтала Габи, бросив работу и отправившись в путешествие по Америке на своем минивене. Подписчики до сих пор не верят в то, что случилось. 22-летняя Габи пропала в конце августа. Тогда пара находилась в национальном парке Гранд Титан в штате Вайоминг. Незадолго до исчезновения девушки патрульные штата остановили белый автомобиль, за рулем которого находился Брайан, а на пассажирском – Габи в слезах. Полицейские заподозрили, что у пары не все в порядке. «Я была специалистом по питанию. Бросила работу, чтобы путешествовать по стране, начать вести блог, заполнять свой сайт. У меня сильный стресс. Утро было сложным, и он меня утром не пускал в машину». «Почему он тебя не пускал?» «Не знаю, мы все утро ругались. Он просил, чтобы я успокоилась. Но я спокойна. Он меня нервирует. Просто тяжелое утро». «Почему бы нам не сделать вот так? Давайте я посажу вас в свою машину. Все нормально, вы ничего не нарушили. Я не собираюсь вас арестовывать. Вы посидите в моей машине, успокоитесь. В машине кондиционер, отдохните. А я пока поговорю с вашим молодым человеком». 1 сентября Брайан вернулся домой в Нортпорт, штата Флорида, без Габи. Ее семья обратилась в полицию 11 сентября. С того дня девушку стала искать вся страна. ФБР, полиция штата Вайоминг, где пару видели последний раз, волонтеры и добровольцы. Национальные телеканалы в прямом эфире следили за поиском. Социальные сети взрывались от волн негодования и интереса. У дома родителей Брайана стали дежурить десятки неравнодушных, пытаясь раскрыть дело о пропаже девушки. «Где она? Мы все волнуемся. У меня тоже есть дети. Я хочу знать, где Габи. Пожалуйста, расскажите нам». «Я бы сказал ей, если бы она слышала, что вся страна прямо сейчас поддерживает ее и хочет получить ответы. Никто не остановится, пока они не получат ответы». «Она жила здесь, в этом доме. Габи жила здесь целый год с его родителями. Я не понимаю, как они не чувствуют себя виноватыми. Они не испытывают угрызений совести. Они же должны были защитить ее». «Если произошла какая-то случайность, то пусть Брайан выйдет на улицу и скажет всем, что это был несчастный случай. И вот что произошло. Но он вернулся за 3000 километров от того места, где они были, домой, на ее машине». Молодой человек Габи, Брайан, не просто не дал ответы, а вызвал еще больше вопросов как у общественности, так и у полиции, после того, как пустился в бега и отказался давать свидетельские показания. «Брайан на данный момент не подозревается в преступлении. Брайан считается пропавшим без вести, и мы его ищем. Мы не преследуем его». Накануне ФБР сообщило, что в национальном парке Гранд Титан в Вайоминге было обнаружено тело молодой женщины. По описанию, оно совпадает с пропавшей Габриэль Петита. Причина смерти и личность погибшей сейчас устанавливает экспертиза. В понедельник в доме родителей Брайана во Флориде агенты провели обыск. Лилия Анисимова, Сергей Догатарь. Настоящее время. Америка. Вашингтон.